Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. Да, как вы видите, локация немножко поменялась, потому что я приехала на лето к родителям, и укулеле тоже поменялось. И на голове непонятно что, как будто я упала с самосвала, тормозила головой, но это типа кудри. Ну а вообще напишите в комментариях, как вам моя прическа. Сегодня мы с вами будем учить песню группы Звери, называется «Дожди пистолеты». Я когда услышала и поняла, что она такая клевая, что почему я не разобрала ее раньше? Вот вопрос. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Не заплачу, не грусти, не утонет в речке мячик. Это Versace эксклюзив, больше ничего не значит. Тук-тук, здравствуй, это я. Потерялся ключ в кармане, губы тают на губах. Не обманет любовь, зарядила дожди. Пистолеты, любовь зарядила холодное лето. Не жалко летит твое лето. Щелчок зажигалки, дожди, пистолеты. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно начнем с аккордов. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд ДМ, мы с вами зажимаем, получается, к этой конструкции вторую струну на первом ладу, а третью струну на втором. Дальше у нас с вами идет аккорд Е7, зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Четвертый аккорд, аккорд Фа, зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. И последний аккорд, который добавляется у нас в припеве, аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. То есть получается АМ, ДМ, Е7, Фа и G. Единственное, будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в куплете и в припеве порядок аккордов меняется. То есть в куплете мы играем АМ, ДМ, Е7. И там под конец откуда-то фа появилась. А в припеве ДМ, фа, АМ и G. На самом деле заучивать особо-то не нужно, просто следить по песне, где что там у нас играется. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте разберем правую руку, что мы в ней будем играть. В оригинале играются удары вниз в стиле рок. Что это значит? Когда мы делаем не полные удары, как будто играем медиатором. Пытаться медиатором, при этом на это все можно посчитать на 4, то есть 1, 2, 3, 4, и на третий удар сделать акцент, то есть... Кто смотрел разбор на Алену Швец Портвейн, мы подобное уже там играли, то есть 1, 2, 3, 4. Очень крутая штука, пользуйтесь. А при этом мы ее будем играть на аккорд АМ 2 раза, а на остальные аккорды по одному. Получится так. Лучше, желательно, настоятельно рекомендую считать вслух для начала, а потом про себя. Так вы лучше запомните ритм. Чтобы у вас вот такие ударчики получались, расслабьте максимально руку. И помните вот этот ритм, что на 3, на счет 3 вы делаете удар как бы погромче, по акцентированию. То есть раз, два. А остальные удары вы можете прям еле заметно. То есть... А на 3 прям хороший удар. То есть та-та-па-та-та-та-па-та.
Но кто не хочет что-то новое учить, есть как варианты обычная четверочка, типа вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, 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 вверх. Ее также на аккорд АМ будем играть два раза, на остальные аккорды по одному. Или же можно взять бой пятерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Ее также играем два раза на аккорд АМ, а в остальные аккорды по одному разу. То есть выбирайте из получившихся трех вариантов, что вам больше понравилось. Но я буду играть с такими родственными ударами вниз. Давайте соберем полностью первый куплетик, как у нас это что получается. Не заплачу, не грузи, не утонет в речке мячик от Версаче, эксклюзив. Больше ничего не значит, тук-тук, здравствуй, это я. Потерялся ключ в кармане, губы тают на губах. Не обманет, не обманет. Это что касаемо было куплетика. В припеве мы уже начинаем с вами играть другой бой другими аккордами. Ну, точнее, связка немножко поменялась, да? То есть, напоминаю, ДМ, ФА, АМ и ЖИ. В оригинале мы с вами будем играть восьмерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ничего не понятно, давайте помедленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Кто уже более-менее знает эту восьмерочку, я рекомендую ее отдельно еще раз проиграть, поучить, потому что припев быстрый и смена аккордов быстро на этот бой. Будьте внимательны. И восьмерку мы с вами будем играть один раз на один аккордик. И получается так. То есть со словами это «Любовь зарядила дожди, пистолеты, любовь зарядила холодное лето, не жалко, не жалко летит, полета щелчок зажигалки, дожди, пистолеты». Это как бы оригинал. У кого трудности и такие, блин, чё так сложно, можете взять опять же ту четверку или пятерку, которую только что учили. И получится так. Любовь, та-та-та-та, дожди, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, холодное лето. Пятерка тоже будет звучать. Ставлю лайк. Хорошо. Выбирайте то, что вам удобнее, комфортнее. Наша с вами задача спеть это, а не выучить что-то новое. Понимаете, да? Ну, может, конечно, улучшить игру, но не прям заново все учить с нуля. Это у нас как бы база. Во втором куплете мы играем все то же самое, как играли в первом куплете. Единственное, на последнюю строчку, где у нас будет там фа и е7, мы сделаем по удару вниз. Давайте сейчас покажу. Я там все отметила, чтобы было более-менее понятно. Нам с тобой грустить нельзя, паровоз мой на веревке. Здравствуй, лето, без тебя. На стеклянных остановках разлетаются звеня. Мимо сердца, мимо, мимо капли летнего дождя. По витринам. И пошел припев. Единственное, мы с вами будем его играть два раза. Любовь зарядила дожди, пистолеты, любовь зарядила холод. Любовь зарядила дожди, пистолеты, любовь зарядила холодное лето. Не жалко летит полето, щелчок зажигалки, дожди, пистолеты. Угу. Ну, помните, я играю по оригиналу, вы что выбрали, то играйте. В принципе, как-то так у вас и будет строиться вся песня. А давайте теперь ее сыграем от начала до конца. Не заплачу, не грузи, не утонет в речке мячик от Версаче, эксклюзив. Больше ничего не значит, тук-тук, здравствуй, это я. Потерялся ключ в кармане, губы тают на губах. Не обманет, не обманет, любовь зарядила дожди. Пистолеты, любовь зарядила холодное лето.
остановках разлетаются звеня. Мимо сердца, мимо, мимо капли летнего дождя. По витринам любовь зарядила дожди. Пистолеты, любовь зарядила холодное лето. Не жалко, не жалко, летит твое лето. Щелчок зажигалки, дожди, пистолеты, любовь зарядила дожди. Пистолеты, если остались какие-то вопросики, то обязательно посмотри еще раз непонятный моментик или пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь свой лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Не забывайте, что сейчас начался сезон песни у костра, поэтому я буду ждать все твои варианты песен данной тематики и что-нибудь мы с вами разберем. Ну а для тех, кто хочет поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете задонатить мне любую сумму на донат адрес или на Бусти, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!